Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Андрей Поздняков, компания Bosch. Как прошла игра? Игра была сложная, играли с лидером, но получилось сегодня всем собраться. С нами был главный Галиадор наш, который, надеюсь, возьмет золотую буцу. Да, золотую буцу. А что, дают? Спасибо. В прошлом году не дали просто. У него тапки провалились, ему как раз будет полезно. Галиадор — это я, Bosch. Так, соперник, спасибо за игру. Да, спасибо за игру, но хотелось бы маленькое сделать такое, маленький комментарий дать. Очень завелись ребята, ну и начали что-то бегать, ругаться, прыгать. Давайте быть более дружными, все-таки любительский и очень непрофессиональный футбол. Мы тоже там чуть-чуть, если где-то кого-то обидели, мы очень раскаиваемся. Спасибо, мы передадим. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо.